Ну, было, честно говоря, так себе. Так себе. Ну а сейчас команда мужиков. Команда мужиков покажет. Я, ребята, покажу мастер-классы, подойдите за мной. Итак, мужики, поехали. Не за то, что они классно потанцевали, а то, что они нам напоминают, какой у нас год. Правильно? Год обезьяны. Еще раз ваши аплодисменты нашим обезьянкам. И у нас есть что ответить, да? У нас есть самый главный козырь, друзья. Сейчас будет самый огненный, самый правильный танец. Поддержим нашу невесту, диджей. Поехали! Девчонки, повторяем за ней. Ваши аплодисменты. Я думаю, что этим танцем Люда показала, что именно она глава семьи. Нет, ребята, глава семьи только может быть Валера. И сейчас он покажет, ребята. Ребята, 10 лет парных танцев, 15 лет брейк-дэнса. Все зря, но ничего страшного. Валера, мы на тебя надеемся уже.